И в то время такое было петь нельзя, а сейчас тем более, особенно без маски. Без маски такое исполнять нельзя, и даже подумать об этом без маски тем более нельзя. Подземный блюзовый оркестр. Все там будем. Точно так же бегали. Мы не знаем, что с нами будет.
Песни, разумеется, про любовь. Cry, cry, cry назывался она по-английски. Yeah.
вам еще, ну, пару песен и хватит. Хватит, хорошее должно быть понемножку. Меня зовут Дмитрий Бациев, кстати, если кто вдруг не знает. Ну, наберите в интернете. Ну, первых там 40 страниц ссылок вам хватит на ближайшее время развлечься. Что там я с кем играл, когда там еще как. То есть не вижу смысла никого рассказывать. Ну, просто это композиция из последних, из крайних. Она не совсем крайняя, но тем не менее. Это песня про любовь. Про любовь. Ну, конечно, опять ми-минор, любимый ми-минор, куда от него денешься. Я сейчас уже, судя по всему, под это дело подтягивается новый состав, который будет называться «Недобрые молодцы». Или нет? А, «Невеселые ребята». Нет. «Не поющие гитары». «Не пьющие гитары», а на подпевках у них будут «Дающие гитары». Ну, танцуем твист. Веселым мышцам.
знает, странгуляционная борозда с точки зрения субмедэкспертизы – это след от удушения, остающийся на трупе. Хорошо. Если мальчик Сережка сможет сыграть девочку Наташку, то я, конечно. На тональность ре-мажор. Да видишь, уже не минор. Наступаем, зарплату пропиваем.
Thank you.
Я очень больной.